Сегодня у студентов Международного инновационного университета был не совсем обычный урок. В роли лектора выступил офицер военной полиции США Стивен Льюис. В его послужном списке работа детективом и техником по исследованию мест преступления. Успел Стивен Льюис поработать и в отделе расследований правонарушений на дорогах США. Гость из Америки имеет богатый опыт работы в правоохранительной системе штатов. О том, как она устроена, офицер военной полиции рассказал студентам юридического факультета. Некоторые факты по-настоящему удивили будущих юристов. У американских полицейских при себе всегда есть видеокамера. Ее крепят прямо к форме полицейского. Работает она, не выключаясь. Запись ведется в режиме реального времени, и самостоятельно управлять ею полицейский не может. Например, включать и выключать. Такие устройства в случае каких-либо конфликтов помогают впоследствии защитить права как самого полицейского, так и простых граждан. Правоохранительная система, система правосудия в России и США отличается значительно, отметил Стивен Льюис. Студенты Международного инновационного университета в свою очередь подчеркнули, что подобные лекции просто необходимы. Важно изучать опыт других стран в правоохранительной деятельности. Разговор с американским офицером военной полиции получился интересным. Стивену Льюису студенты-юристы задали массу вопросов. Задавали на родном для Стивена английском, что офицер полиции отметил в числе положительных впечатлений от прошедшей лекции. Кстати, подобные занятия с участием зарубежных специалистов в Международном инновационном университете стали уже традицией. Так, на прошлой неделе в роли учителя выступил эксперт в области гостиничного бизнеса из Швейцарии. Студенты инновационного университета подчеркивают, знания, полученные в ходе таких лекций, обязательно пригодятся в будущем, в дальнейшей профессиональной деятельности.